степь, короче. А много-много сотен километров вокруг. Просто степь, 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 степь. И лошадки вот бегут, пыль поднимают, видите? Реально, вот степь, 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 и вообще до края земли прямо степь. Вот степь побежали лошади, видите? Прям бескрайняя, бескрайняя степь. Вообще конца края не видать. Ни кустиков, ничего. Степь, 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 степь. И все. И лошадки вот. Игорь, привет! Специально для тебя. Станция Жамансор, Макатский район. И здесь ты когда-то строил шахты. Вон там верблюды бегают и пасет их, короче, на мотоцикле, чувак, видите? Это Макатский район. Станция Жамансор там далеко. У меня там брат, короче, шахты строил ракетные в советское время. В 80-м году, что ли? Вот. Такая тут степь. Как стол. Пустыня чистая. Ничего не растет. Только верблюды вот тут бегают. И пасет их, как бы, на велик. Как его? На мопеде, короче.